все картины замечательные, прекрасные женщины у них изображены. Но, в общем, они демонстрируют то, что эталоны и стандарты красоты менялись со временем. Но вот для пластического хирурга, конечно, больше простора работы с моделями Рубенса. Полные женщины, явно избыточный вес, переднебрюшная стенка явно нуждается в абдоминопластике, липомоделирование бедер, живота, да и, в общем-то, не очень большая грудь почему-то у таких довольно крупных женщин. В общем, аугментация тоже бы подошла двоим из трех точно. Третья спиной, поэтому не видно. И они довольно молодые, фейслифт, наверное, еще рано. Ну вот, кстати, там нижнюю зону вот можно подтяжечку сделать тоже. Блондинки, ну, можно ринопластику на самом деле, потому что спинка носа такая, в общем, немножко проваленная. Ну, блефаропластику, наверное, можно сделать вот одной из них. Ну, если взять современные стандарты красоты, то филлеры однозначно нужны в губы точно совершенно.